Так, 21 июня 2023 год. Поздравляю всех с солнцестоянием. Сегодня было 17:57 по Киеву. Так, что мы снимаем? Молодой месяц. Вот сейчас видите растение справа, да? Чуть левее, выше. Это серп молодого месяца. Ой, тяжело, пока еще не потемнело. Но вот, вот сейчас я... Венера. Вот она на кончике моего, это мой указательный палец. Хотя, не скажешь, конечно, но плохенько видно. И чуть-чуть облачность есть. Совсем рядышком сегодня Венера и Луна. Но станет чуть темнее, будет еще великолепнее. Потому что на таком же расстоянии, как здесь на экране Луна от Венеры слева будет еще и Марс. То есть у нас такой мини-парад планет получится. Сейчас я попробую уменьшить. Станет наверняка хуже, наверное. Да, вообще практически ничего не видно, да? Ну, в общем, солнце пока садится. Я, насколько телефон... Вернее, солнце только село, еще довольно светло. Ну, пока я выложу в таком формате видео, станет потемнее. Дело в том, что полчаса назад вообще облака сплошные практически были. Так что, может, еще и разведнеется. Вон, смотрите, вот, видите, вот сейчас, вот это вот Венера. Похоже, конечно, на какую-то блямбу. Значит, до Луны у нас 400 тысяч километров. Ну, там в разное время по-разному. Перигей, апогей от 365 до 405 тысяч километров. До Венеры у нас, ну, пускай будет 150 миллионов километров, как до Солнца. Да, я не знаю, сейчас Венера в какой фазе. Она ближе к нам, чем Солнце. Слева от Солнца, да. Хорошо. В общем, чуть попозже поснимаем еще. А ну попробую, может, я на ходу прямо поизменять наши характеристики. О, о, меняются, ты видишь? Посветлее сделал. Это я регулирую. Вот как хорошо видно. Вот теперь видно звездочку вообще отлично. Да, вот она. Ну, звездочку, это планета Венера. Младшая сестра нашей планеты Земля. Так, это у нас фокусировка. Ну, правильно была она. Фокусировка у нас подальше. Что у нас еще есть? Это у нас освещенность. О, так вот, смотри, как у нас вообще классно видно. А, ну еще... О, а то я там тыкал. Вот она, наша Венера. Мухи, конечно, выглядят летающими драконами на таком. Так, уменьшаю приближение. Ну вот, примерно на таком же расстоянии, как Луна от Венеры, также будет от Венеры влево будет Марс. Примерно такое же угловое расстояние. Ладно. Так, 21 июня 2023 год. И это у нас Запорожская область, близ города Орехово.